Юлія Боярина сьогодні у нас в гостях, фотограф, відомо вже вам дуже добре. Юлінька, привітаю тебе з утра. І так, по поводу фотосесії зимой. Я пам'ятаю твої слова, що, ребята, давайте ефір організуємо пораньше, тому що в декабрі це вже поздно. Но мы говорим сейчас о подготовке. Я надеюсь, что есть те телезрители, которые уже записались заранее к фотографам. Они только сейчас думают об этом. И если идет подготовка, что необходимо для этого? Как себя настроить и что нужно? Ну, действительно, уже декабрь на исходе. Но, в принципе, январь оказался очень активным продолжением декабря. И очень много людей, точно так же, как и в декабре, в январе, записываются на фотосессии, хотят получить зимнюю какую-то. Даже у меня есть люди, которые записаны на неопределенную дату на снежок. То есть, когда только выпадает снежок, мы созваниваемся и едем в какой-нибудь ближайший Николаевский лес для съемки. Поэтому я хочу начать наш разговор с вот историей, а вдруг у нас в Николаеве выпал снег? Что мы делаем? Мы, конечно же, с радостью собираемся и выезжаем на фотосессию. Что же нам нужно с собой то есть взять? Первое, это у нас будет на улице фотосессия. Да, ну вот мы представляем себе, что у нас красивая снежная зима, чего у нас очень редко случается, но именно по этой причине нужно ловить такие моменты и запечатлеть себя на фоне роскошной зимней сказки и подготовиться к фотосессии. Что бы я могла посоветовать? Конечно же, нам нужно собраться, одеться. И одеться – это, наверное, вот одно из самых важных таких моментов, чтобы очень хорошо, гармонично смотреться на снежном пейзаже. Поскольку у нас белый снег, и у нас получается просто белый, светлый фон для фотографий. Конечно, если это лес, красивые заснеженные деревья, елочки. Это разбавляет как-то вот эту белоснежность. Мы должны быть какими-то яркими акцентами в этой белой красоте. Что же мы одеваем? Конечно же, хотелось бы, представим, что мы приезжаем на машине, поэтому у нас есть возможность не одеться, так как обычно мы одеваемся в лес потеплее, все, что у нас есть, теплые штанишки, какие-нибудь лыжные костюмчики. Хотелось бы одеться как-нибудь со стилем, интересно, с хорошей подобранной гаммой цветовой. А, кстати, вот если говорить о цветах, что лучше, если это у нас белый, да, вот цвет снега, какая лучшая одежда должна быть? Это какие цвета лучше всего смотрятся? Смотрите, вот можно одеться ярко, то есть подобрать яркие аксессуары. Если не как светофор, конечно, я всегда говорю об этом, какие-то яркие акценты. Пускай это у вас будет черное там пальто, но у вас будут яркие вязаные варежки, яркая вязаная крупной вязки шапочка или хомут-шарф, это девушке. Молодому человеку, к примеру, точно так же может быть какой-то яркий аксессуар шарф, те же варежки или какая-то шапка, или даже вариантом остается таким, что если особо нет вот таких вот каких-то ярких вещей, да, можно взять яркий плед. Можно, конечно, пойти какой-то нюансной одежде, то есть по цветам какие-то теплые, неяркие оттенки. Такая будет очень мягкая. Я подготовила фотографии. Я их вижу. Да, по поводу первое, это на улице, когда мы фотографируемся, если я правильно понимаю, да, на улице. Показать фотографии на улице. Да, сейчас мы их тогда смотрим, и зрители тоже. Сейчас 2 секунды, пока готовят эти фотографии, хотелось бы, Юля, поговорить о том, что могут же спасти, если нет каких-то там спецаксессуаров, обычно даже шишки, ветки и так далее, тоже можно задействовать. Да, да, смотрите, вот мы сейчас вот их мы как смотрим, раз видим. Да, как одеты. Девушка одета совершенно тоже в белом, ярким моментом, ярким акцентом является ее парень в какой-то яркой какой-то толстовочке. Аксессуары. Мы можем сделать себе горячий кофе в теплых варежках, термосе, да. Это будет очень красивыми, такими теплыми, нежными моментами какими-то на вашей съемке. То есть можно брать все, что угодно, абсолютно обыграть, фотограф может все. Да, какие-то угощения можно подготовить, корзиночку какой-нибудь выпечки. Это очень смотрится так уютно в зимнем лесу. Вот этот горячий кофе плюс какая-то выпечка, она очень такой уют создает. Тот же плед теплый. Ну, опять-таки, как варежки делать по тематике? Можно, например, даже выносные вот эти столики, стульчики и прям организовать какой-то зимний такой банкет. Ну, это уже прямо, да, это уже хорошо прям подготовленный
Но если вот так экспромтом, то можно и обойтись этим, да? Вот такой минимальный набор должен быть все-таки. Да. Что касается, к примеру, макияжа, для зимней съемки на улице, конечно, мне бы не хотелось иметь какие-то красные носы. Хотя, если это, к примеру, детская съемка, то красные щечки им тут только пойдут. Лицо будут. Если мы говорим о там love study или индивидуальной фотосессии, то девушке бы хотелось, конечно, ровный тон иметь, поэтому было бы неплохо обратиться к специалисту, сделать макияж, либо самостоятельно сделать. Но вот выровнять тон, чтобы у нас не было красного носа. А, смотри, когда обращаться к визажисту, например, да, что нужно говорить, что будет фотосессия-то на улице? Да, и тогда будет специальный, да, вот макияж какой-то. Ну, просто более плотный, да, нанесут тон, и, соответственно, рассказать о том, в чем мы будем, какая одежда, визажист тоже. Опять-таки, если мы приезжаем на своей машине, то можно и несколько раз переодеться. Ну, если есть такая возможность, просто к тому, что я хотела сказать, на машине, это значит, мы могли бы какие-то вязаные свитера одеть, сверху какую-то жилетку, то есть не так, как обычно мы в куртках ходим. То есть можно выйти с машины, вот посниматься в каких-то, в каком-то свитере, жилеточке какой-то, каких-то, ну, не таких одеждах обычных, как мы ходим просто по городу, по улице. А вот сейчас мы тоже видим частично фотографии на экране, и я думаю, что стоит перейти к второй части, это если использовать... в студии. Да, и если, там тоже, возможно, если зима так и не началась снежная, а фотографии все равно хочется, то в нашем городе есть очень много студий, очень много красивых, интерьерных. В общем, разделяю я так на несколько блоков съемки. Есть люди, которые очень внимание уделяют интерьерам. Я не очень люблю снимать людей в таких... слишком перегруженных интерьерах. То есть я потом не могу отыскать этих людей. Слишком пафосно, да? И слишком наляписто. Да, наляписто. Я не могу отыскать людей среди интерьера, где же там эти люди. Каким-то образом их вытащить туда на передний план. Поэтому я люблю лаконичные интерьеры. Да, конечно же, они должны быть новогодние. Что-то должно на фотографиях нам говорить, что это новогодняя съемка. Пускай я вообще даже говорю, что не обязательно должна быть елка. Вот все говорят, а елка будет. Ну, елка будет, конечно, но я вас под елку не всегда и сажу сразу. Ну да. Да, я вот, то есть новогоднее настроение на можно передать, да, то, и другим далее. Которая сейчас на ней видно, что елки в кадре нет. Есть, конечно, элементы, которые говорят о том, что это новогодняя фотография. Есть... Кстати, очень яркий красный цвет к следующему году, году петуха. Да, я тоже, видите, оделась, готовилась. Вот так готовятся люди активно. Даже фотографы хотят себе фотографии. Да, я вот хотела рассказать про аксессуар, как, к примеру, готовиться. Для меня моя съемка, которую только что мы видели в красном платье, была вообще совершенно спонтанной, то есть мне вечером отказались от съемки, осталась студией, и мы решили с моей кумой чего устроить себе нет. праздник, да. Для себя. А когда хочется, и платье найдется. Ну, в общем, все один к одному складывается. И я вот так вот элементарно придумала такой аксессуар на голову, обруч, который дополнит ансамбль моего красного платья. Ну вот, вот отлично. Это 5 минут работы. И все, у вас уже все готово. А я предлагаю сейчас вот показать зрителям, да, активненько, друзья, смотрим, да, и у вас есть возможность тоже такое, например, сделать дома. Все, что нужно, краевой пистолет, либо нитки даже, да. И обруч, и все. Бусинки, возможно, найдутся у вас от бабушкиных старых бус, либо вот такие из декора магазина. Так, есть, я смотрю, также есть у нас штучный снег, и вот есть прекрасная гирлянда, которая вот резко, вот видишь, гирлянда, красота. Волшебная гирлянда. Да, раз и гирлянда все. Это то, что я ношу с собой на любую съемку Нового года. Где бы я ни снимала, ну, на улице единственное, негде включить, хотя очень жаль, я бы включила. Надо какую-то портативную батарейку себе на спину. Да, возможно, под дерево. Если даже я еду кому-то домой, я беру эти гирлянды, огонечки на фотографиях никогда не помешают, придают только такой сказочности, ну и новогоднего настроения на вот фото. Вот сейчас тоже видим на этих фотографиях, да, огоньки. В принципе, тут как бы ничего не говорит о том, что это новогодняя съемка, кроме этих огоньков, правильно? Все-таки, работая образами, можно создать вот всё. Мы сейчас видим на фотографии, как можно использовать искусственный снег. Вот такой снег продается, можно сделать самостоятельно. Главное не кушать его. Его, да, главное не кушать, деткам не давать. Но я хотела рассказать, что еще вот при помощи снега, а как мы можем работать с детками. Да.
Новогодние съемки — это чаще всего, 90% случаев, это семейная съемка с детворой. Я хочу на руку вот еще попробовать. Сюда. Какое же оно? Ну, открывай. Открываю? Да, открываю. Значит, на КМ приходят дети. Угу. А дети — это же совсем непредсказуемые существа. Они же приходят, потому что их привели родители, а не потому что они сами не понимают, что хотели они туда прийти. Ну, какие-то дети постарше, конечно, что-то понимают, но их хватает. Особенно тех, у кого уже есть ВКонтакте, им нужно аватарки поменять. Ну, такие дети — это уже совсем не дети. Да. Хотя, может быть, я заблуждаюсь. Ага, оно на самом деле похоже больше на какую-то стружку. На хлопья, да, на хлопья, на стружку, но они легкие. Вот, на самом деле, вот такой он искусственный снег. Но на фотографиях смотрится как настоящий. Естественно. Есть, отлично. И не тает. Да, это тоже большой плюс. Как быть с детьми, чтобы они и не ели, и хорошо развлекались? Ну, и не ели — это, конечно, совсем прям малышам. Ну, дети, честно вам скажу, едят все. Да? Игрушки снимают, гирлянду в рот сунут. То есть надо смотреть в любом случае. Ну, родители для этого там и присутствуют, чтобы смотреть за детьми. Но детей нужно нам каким-то образом вовлечь в какую-то историю, какие-то придумать для них игры. В общем, сиди и смотри на тетю — это вообще не вариант. Это сразу начинается, мы тетю это уже сразу ненавидим, родителей тоже, и хочется собираться, да, и уходить. А детям хочется прийти и вообще осмотреться, куда мы пришли. Это какое-то новое место, огромное помещение, где есть елка, где есть море подарков, которых открывать. Куча всего, да, нельзя. И куча всего, что хочется потрогать, поносить. Поэтому хорошо бы, чтобы родители принесли какой-то подарок, который открыть можно, и там что-то будет. Кроме отлично. Пустой коробки от обуви. И то есть уже готовое настроение, скажем так, для ребенка есть, и фотографироваться, да. И поделиться со всеми этой радостью. Ура, у меня подарок. Ну, то есть нам нужно поймать, естественно, детские эмоции, и когда сыпется снег, дети очень рады, они его ловят, они смотрят вверх, они кружатся. То есть самое главное, естественные эмоции, они вот и порождаются этим. Да, нам надо вызвать естественные эмоции у детей, их как-то заинтересовать и отбить им мысль собирать вещи и идти чемоданы домой. Да. Вот так, фотосессия, если это в студии. А если говорить о том, что можем сделать, например, дома. Наша предыдущая встреча была посвящена тому, что вообще семьи дома фотографируются там свое утро и так далее. Но вот если делать предновогоднюю, либо новогоднюю, рождественскую, какую угодно, праздничную фотосессию дома, что нужно? Можно делать дома. Это, конечно, сложнее для фотографа по свету, поскольку у нас и квартиры маленькие, как обычно, но это не студия. То есть даже если у вас большая квартира, то для съемки она немного маловато, скажем так. Если у кого-то частный дом, то это светлый, это вообще превосходно. Я вообще люблю съемки такие нестандартные, не студийные, куда-то поехать, где-то людей в собственном мире пофотографировать. Дети, опять же, более естественно себя ведут, им проще. Ну и для себя новые горизонты, как же поиграться со светом совсем. Да, да, вот я недавно снимала дома, конечно, это человек, который меня пригласил, она очень любит готовиться к фотосессиям, Светочка, мой клиент, она подходит очень серьезно, она заказывает наряды, она наряжала елку шикарнейшую, подобранный, если нам покажут фотографии с елкой. А сейчас домашняя фотосессия, да, домашняя, так, мы сейчас их увидим на экранах и сможем прокомментировать это все. Это надеюсь, что их сейчас мы хотели поговорить про еще одежду. Да, вот. Это студийная, конечно, съемка. Вот. И дальше сейчас продолжаем, и сейчас мы их вот увидим. Это, вот они. Эта фотография. То есть хотела рассказать, остановиться на том, что как подобрана одежда. То есть это не просто так пришли люди, оделись, как с работы в чем были, что мы сфотографировались. Было подобрано образ для мамы, образ для дочери в одних цветах, и для папы и сына в других цветах. Но эти цвета гармоничны друг другу, гармоничны с окружающей обстановкой, с елкой. В общем, человек подготовился. Если у нас есть такие условия дома, и вы горды своей елкой, то вы можете пригласить фотографа и действительно поснимать себя дома. И будут хорошие снимки, опять-таки, вашего какого-то там за какие-то года ремонта или елки, или, может, даже с праздничного стола. И да, вас. В принципе, представьте себе, через течение какого-то времени вы будете листать альбомы, и не какой-то студии, а именно своего дома, вы будете смотреть: о, у нас была елка раньше там,
там, а потом, может быть, дети будут уже жить в этом доме и смотреть, что вот мы с родителями были маленькие, и вот здесь наряжали елку, как и сейчас со своими детьми. Ну, то есть это повод хороший потом для воспоминаний приятных. Так что, друзья, можно творить все, что угодно. Главное, хорошо к этому подготовиться, возможно, даже проконсультироваться предварительно, как получится или нет все-таки. Естественно, да? Консультация, она просто необходима. Во-первых, фотограф должен знать, куда он идет, с чем он работает, как ему готовиться. Точно так же должны готовиться и люди, подбирать наряды, консультироваться с фотографом, подойдут ли эти наряды в этой локации. Вот, возможно, какие-то интересные истории. Вот там только что я видела фотографию. Это фото из интернета, но мне понравилось то, что подобрано как идея, во-первых, в пижамной вечеринке в Новый год, и подобраны очень интересные пижамы, то есть смотрится обалденно. Самое главное, чтобы был креатив. Я хочу сказать, что также бенгальские огни можно использовать, кстати, вот, да. Которые тоже я вижу, и их тоже использование увидим сейчас на фотографиях. Отдельный блок у нас также есть с использованием вот бенгальских огней, огоньков. Ну, то есть вы видите, да. Как они смотрятся в кадре. Достаточно сказочно. Эффектно. Да. Плюс такие цветокоррекция творит чудеса. Ну и, конечно же, всякие эффекты и в умелых руках фотографа фотоаппарат. Это тоже немаловажно. Так что вот так. Можно на самом деле использовать абсолютно все. Вот мы сейчас можем сделать какой-то итог такой, да. Это аксессуары сделать из той же елочки, например, да. Бенгальские огни, искусственный снег. Даже настоящий снег, если мы вышли на улицу и поймали этот красивый момент. Это гирлянды могут быть. Все что угодно, даже вплоть до елки. Либо просто красивого платья красного в цвет следующего года, да, и все это будет передавать настроение новогоднее, рождественское, ну и потом на фотографиях будем эффектно смотреться. Вот главное так. Еще настроение не забыть. О, взять с это собой. Хорошо, потому что мне очень понравилась фраза, что если есть желание, найдется даже в последнюю ночь все, и платье, и аксессуары, можно все сделать своими руками, если есть желание, и есть тем более компаньоны для этой фотосессии, и хороший фотограф. Ну что ж, я еще раз наводу нашим телеглядачам, что сегодня спілкувалася с Юлією Боярином, фотографом, яка розповіла, як підготуватися до передноворічної і новорічної фотосесії, що необхідно з собою взяти для того, щоб фотографії були ефектними. Найголовніше, друзі, ваш настрій.